Уважаемые инвесторы, 20 января 2024 года на экране инвестиционная пара XLM к евро. Это криптовалюта Stellar. Так, по данному активу, значит, у меня был вот такой прогноз, да, вот, но сразу уже, значит, аннулирую его на данный момент. То есть глобально, то есть я остаюсь при своем мнении. Глобально, значит, актив пойдет туда, куда я, в принципе, вот и жду. Цену на отметку 0,22. Вот, ну я сейчас о евро, да, поэтому там сами решайте, куда. Но, в принципе, евро, доллар, там она глобально и так пойдет. Так. Но, значит, на данный момент у нас получается актив пошел, имеет нисходящую тенденцию. Вот, то есть, значит, цена пойдет вниз. И насколько вниз она пойдет, я сейчас все вот это удалю. Вот, то есть этот уже прогноз, допустим, он пока в ближайшие сроки не, ну, не годен. Да, этот прогноз, в принципе, я вот имею право полностью оставить. Я его только сейчас передвину куда-нибудь там в другое место. Вот, посмотрю сейчас, куда он опустится, куда цена опустится, до какого уровня. И уже покажу это сейчас на примере. Так, значит, что касается цены, теперь смело могу сказать следующее. Так, цену я жду, движение цены я жду следующим образом. Либо, так, вот здесь поддержка, она в принципе сильная такая поддержка, но я больше чем уверен, что она все-таки пробьет эту поддержку, уйдет вот в эту зону, значит, к отметке 0,09 евро. Так, здесь в любом случае будет тест и формирование разворотного паттерна, и будет, значит, цена входить в свой тренд. Вот, далее будет тестировать в любом случае и уже будет уходить к отметке там 0.22, но это так прям вот глобально, если посмотреть. Так, вот здесь обязательно я буду учитывать то, что цена в любом случае прогуляется к отметке 0.08 центов. Вот, либо, значит, отсюда будет формирование разворотного паттерна. Вот таким сделаем цветом. Вот, либо в любом случае цена кинет какой-нибудь тест в зону там 0, даже 7, ну 7 центов я имею в виду, да. Давайте, то есть такой ложный пробой, как я всегда и объясняю, его обязательно нужно учитывать, никогда. Ну, разумеется, здесь нужно будет там стопы собрать, выкинуть всех, кого не нужно, лишних пассажиров, вот. И уже без них, там, я не знаю, неважно, какое там будет движение, все равно должен сформироваться паттерн разворота, да, и уже либо он там войдет там сюда куда-то в тренд, совершит, сформирует там двойное дно некое. Вот, либо он еще как-то по-другому. Вот, ну, в общем, все очень довольно просто. Вот, а тренд на данный момент, значит, нисходящий. Так, ближайшая от нынешней цены минус 11, минус 12%. И следующая максимальная минус 30% я учитываю в любом случае. А далее уже в рост. Вот. То есть сейчас можно, на мой взгляд, скажем, с января просто потихонечку там покупать. То есть он там падает, ну и потихонечку там его покупать, потому что где он по факту будет. Вот. Но это если вы в лонг торгуете. Вот. А те, кто шортят, уже это и видео им не поможет, потому что видео будет опубликовано гораздо позднее. Так, глобально, ну здесь глобально пока рано говорить, это, разумеется, ну понятно, да,
всем. Далее, значит, у нас здесь получается, вот тут у нас месячный такое будет сопротивление, и цена все равно сюда куда-то придет. Вот. Ну и далее, да, она скорее всего улетит выше этих отметок уже и пойдет там куда-то туда. Вот. Но не забываем про криптовалюту, то что уже многие страны выпустили свои цифровые валюты, и поэтому криптовалюту рано или поздно прикроют, чтобы вы прекрасно понимали, да, то есть покупая любую криптовалюту, неважно, чем они там занимаются, вы теряете 100% денег, чтобы вам сразу было понятно, не так, что вы, ну, мыслите так, что пришли на биржу, чтобы тут заработать и стать богатым. Вот, поэтому вот этот момент имейте всегда в виду. Так, кстати, забыл сказать, на недельном фрейме здесь еще есть, значит, сигналы на разворот. Вот. Тут поглощение. Папарапап. Так. Так. Здесь поглощение. Здесь поглощение. Так, на месячном поглощении нет, все нормально там выглядит, в принципе. Здесь вот получается доджи уходит вниз, то есть по любасу еще месяц, два, три, я не знаю, он будет колбасить всех. Так, на дневном фрейме по поглощению. Ну, все. Ну, в общем, вниз пока. Все. Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также 100% независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы это всего лишь возможные сценарии, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на YouTube-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч!